4 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень міліцыі. Гэты праваахоўчы орган быў утвораны 107 год назад. Прэзідэнт Беларусі ў віншаванні супрацоўнікаў органаў унутраных спраў адзначыў: «Небяспечная і цяжкая прафесія патрабуе ад кожнага міліцыянера рашучасці, мужнасці і адвагі, бескампраміснай жорсткасці да злачынцаў і велізарнай дабрыні да тых, хто мае патрэбу ў абароне». Напередодні професійнага свята Магілёўскае абласное управленне Департамента аховы ладзіла святочны канцэрт. На сцэне Дома культуры чыгуначнікаў афіцэры службы і проста творчыя супрацоўнікі праваахоўчага ведамства. Спяваюць і абменьваюцца віншаваннямі. Святкаваць ёсць што. Па-першае, Дзень міліцыі. Па-другое, 71-ю гадавіну з дня ўтварэння абласнога управлення Департамента аховы. Настроение, в первую очередь, праздничное, веселое. С детства я мечтал быть сотрудником органов внутренних дел. И, в принципе, уже по службе в вооруженных силах я выбрал именно путь охраны. Сярод запрошенных на свято гостей – ветераны службы. Леонид Смоляков свою службу почал с дзяржаўтаінспектора. У початку 80-х перешел на службу областный департамент аховы. Работа в то время была у нас, конечно, тяжелая. Были постоянно в движении, охраняли банки, квартиры, заводы. Поэтому у нас служба шла неплохо. У системе агульнодзяржаўных мер по ахове усіх форм уласности департамент аховы займае лидирующее место. Например, на Могилевшине за минулый год ни на одном из аховных объектов не зафиксировано фактов крадежу. За самоданную и якостную службу сотрудники ведомства из разных подразделений в области отримали узнагороды. Хотелось бы пожелать всему коллективу, нашему огромному коллективу Могилевского областного управления, всех подразделений, чтобы те цели, те задачи, которые они перед собой ставят, они всегда воплощались в жизнь, они их выполняли. Хотелось бы пожелать мирного неба над головой, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего, как самим сотрудникам нашим, так и их близким и семьям. З урачыстасці Магілёўскага абласнога департамента аховы Сергей Пеклін, Леонид Сикорин. Новини региона.